Всем привет, друзья! Вы на канале Рика ТВ, и сегодня я вам покажу, как получить новую вещь себе в аватар. И я вам сейчас хочу сказать, что обязательно нужно подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые вещи, потому что они выходят каждый день бесплатные, которые вы больше никогда не получите. Они будут эксклюзивными, все будут хотеть, а только у тебя они будут. Поэтому обязательно подписывайся на мой канал и ставь лайки под видосики. Это меня мотивирует больше вещей снимать. Как вы знаете, вчера вышел новый ивентик, и там добавили новую вещь. И чтобы зайти сюда, вернее, чтобы ее получить, нам нужно зайти в эту игру под названием Gucci Town. Ссылочка на эту игру будет в описании, в закрепленном комментарии она тоже будет. Обязательно переходите, там все будет подробно рассказано. Ой, ну что я только что сказал? В общем, перейдете по ссылочке и все, и будет очень круто. Смотрите, загружаемся мы. Итак, ребятки, мы уже загрузились, как вы видите. Вот такой у нас плейс встречает, И чтобы получить вещи, нам нужно пройти туториал. Нам просто нужно пройти туториал в этой игре. Вот смотрите, у вас будет стрелочка вот сюда. Я, к сожалению, был вчера зашел, я хотел посмотреть, что нам дадут. И оказалось, что нужно было пройти туториал. Вы подходите сюда, вам что-то рассказывают, вы нажимаете ОК. Потом вы проходите вот куда-то, вот туда примерно. И вам тоже рассказывают, что здесь можно делать. Вы вот так становитесь на джампик, прыгаете и переходите сюда. Ну, здесь зона чила, мы можем здесь посидеть. Так, о, смотрите, с подушечками от Гуччи, ну ладно. Будем идти дальше, получать эту вещь. И сейчас нас стрелочка ведет в эту, типа, как сказать, это у нас, типа, сейф, можно так сказать, сейф Гуччи. Мы сюда заходим, и здесь можно что-то купить. Здесь рассказывается, здесь, в общем, история этих вещей, как они сделали здесь и из чего они сделаны. Потом меня стрелочка ведет в вот этот какой-то Gucci магазин. Gucci магазин, там, где мы будем покупать вещи. Кто же хочет вещи, обязательно подписывайтесь, чтобы их не пропускать. Но пока что здесь их нету, мы это все закрываем и уходим. И теперь нас стрелочка ведет куда-то в какой-то типа место, которое увеличивает нашу силу духа. Как-то так. Ну, у меня, конечно, перевод не очень хороший. Смотрите, мы закончили туториал. И сейчас нужно еще вот это зайти сюда. В эти мини-игры нам что-то сейчас скажут. И по идее нам еще должны дать бейджик. Или нам уже дали их. Так, давайте сейчас посмотрим. Мы подходим. Так, мы не туда подошли. И вот сюда мы подошли. И здесь написано, что здесь какие-то лимитки. Может, нам бесплатные лимитки дадут. Здесь даже есть написано, как их получить. Давайте вот это все переведу и посмотрим. Итак, ребятки, давайте сейчас прочитаю, как это переводится. Первое, это у нас вот такая коричневая Gucci блондинистая сумочка. И написано: выполните действие в Gucci World, чтобы иметь возможность приобрести эту лимитированную сумочку. Потом вот это эмеральдовая сумочка Gucci блондин. Настоя сумочка. Выполните действие в Gucci Town на неделе второй, чтобы иметь возможность приобрести эту лимитированную сумку. И вот этот самый третий лимитированный. Выполните задание в Gucci Town на третьей неделе, чтобы приобрести эту лимитированную сумку. Как вы видите, доступно уже 28-е. Давайте сейчас посмотрим, где Gucci
Town, где Gucci Town, и нам пишут, что нужно какие-то действия выполнить. Я что-то не понимаю, где Gucci Town? Где Gucci Town? Или это вообще? Нет, это не продается сумочка. Что-то я не понимаю. Давайте найдем буковки. Возможно, нужно находить буковки, и мы за них получим какую-то вещь. Давайте, конечно же, все буковки найдем, потому что вы же хотите получить. Опа, вы посмотрите, за стеночкой затаилась буква Г. Отлично, переносимся в следующую локацию. Правда, мы очень просто медленно бежим здесь. Так, там я ничего не вижу. Здесь я вижу, есть что-то здесь вижу. Здесь что-то есть, наверное. Или нету? Наверное, все-таки нету. Да, здесь ничего нету. Жалко. Очень жалко. Так, давайте дальше идти. У нас очень-очень-очень жесткие дела. Нам нужно побыстрее собрать все эти штучки. Давайте идем. Вы только посмотрите, прямо на спавне рядом с этими мини-играми затаилась еще одна буква. Мы ее подбираем. Мы ее, конечно же, подбираем, потому что хотим лимитированную сумочку. Я надеюсь, что нам дадут сумочку. А если ничего не дадут, то будет печально. Достаточно печально очень будет. Я вижу еще одну букву У, Ю, Гучу, букву Ю. Давайте проверим здесь еще. Может, здесь что-то есть? Если нет, то пойдем искать дальше. Нет, здесь, к сожалению, ничего нету. Итак, ребятки, посмотрите, что я нашел. Я нашел какую-то штучку, вот такую непонятную. И здесь было написано «лайкни», и что-то тебе дадут. Давайте сейчас залайкаем вот эти все штучки. Я не знаю. Может, за эти штучки нам дадут какие-то вещи Gucci. В общем, какой-то сложный очень ивент. Очень сложный. Сложно получать вещи и искать буквы, потому что я вообще не могу найти последнюю букву. А вот она, последняя буква под мостом была. И мы какую-то награду получили. Окей, я еще хочу получить, посмотреть, пособирать эти штучки непонятные, прозрачные. Может, они нам тоже что-то дадут. Но это, конечно, маловероятно, что нам что-то дадут за них. Но, может быть, нам уже что-то дали, сумочку какую-то. Давайте сейчас проверим аватарчик. Может, и никакой сумочки мы не получим. Итак, давайте зайдем в аватарчик. Итак, перемещаемся мы в аватарчик. И давайте сейчас посмотрим, добавились нам какие-то вещи или не добавились. Так, я уже вижу слово Gucci, и нам дали вот такие прикольные очки Gucci. Давайте их, конечно же, примерим и посмотрим, что это за очки. И опять они на мне их нету. Опять нету на моем персонаже их. Ай, это жестко. Ладно, давайте будем, наверное, уже заканчивать видеоролик с этими очками. Я думал, что мы сумочку получим, но мы ничего не получили. Но попытка была хорошая. Ладно, с вами был, как всегда, Рика ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Рика ТВ. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые вещи. И пока-пока.